Михаил Михайлович, с победой. Вот учитывая тот фон новостной, который был на фоне этого матча, в частности про отставку возможного тренера команды соперников, это как-то влияло на вашу подготовку к игре? Может быть, как-то вы, может быть, задумывались о том, что футболисты будут, может быть, более команды соперника мотивированы на этот матч, что будут играть за тренера, условно говоря, и что как-то вот это будет преобладать? Ну, мы понимали, что соперник, как так называемый раненый зверь, да, который находится со своими проблемами, но мы в первую очередь отталкивались от себя, потому что был достаточно энергозатратный и очень эмоциональный матч со «Спартаком», на неделе был кубковый матч, поэтому нам надо было немножко эмоций поднакопить, так скажем. Но и, соответственно, вот на это себя нацеливали, чтобы ни в коем случае мы не думали о том, как будет действовать соперник. Понятно, что игровые нюансы мы проговаривали, но эмоциональная составляющая должна была быть в первую очередь от нас. Поэтому не все, так скажем, нам, наверное, удалось, но тем ценнее победа, тем ценнее эти 3 очка, потому что надо отдать должное и сопернику, игровая команда. Но блестяще еще один сыграл Антратов, который нас выручил, да, ну и, в принципе, вся группа игроков, все ребята сегодня проявили самоотдачу, поэтому немножко передохнем, пауза на сборной наступает, поднакопим эмоции и будем готовиться уже к следующему отрезку чемпионата. Тогда второй вопрос, догонку про сборную. Учитывая, что «Локомотив» отправляет довольно большое количество своих игроков в национальную сборную, и у сборной России не будет матча, вот этот цикл, насколько вообще вы относитесь вот как к этой ситуации, что сборники ваши будут в Новогорске, но без матча, и, может быть, было бы удобнее вам потренироваться вместе с ними в Баковке? И как вы будете вот этот отрезок без лидеров за 2 недели пройдете? Ну, что касается отрезка, это уже стандартная пробированная история, когда у нас большая группа игроков уезжает в национальные сборные свои, не только в России, но и Армения, и молодежные сборные. А? Мексика, да, Сесар. Поэтому понимание есть уже, это не, ну, как говорится, не в первый раз, очень большое количество времени. Что касается ситуации, но бессмысленно ее обсуждать. Есть окно УЕФА, есть регламент, есть требования Российского футбольного союза, группы наших игроков призвана в национальную сборную, поэтому, безусловно, понятно, что есть ребята со своими проблемами какими-то, я думаю, что посмотрят, подлечат и будут дальше готовиться.